Всем привет! С вами Владимир. И сегодня мы поговорим о стратегиях в компании RedX. Прежде чем перейти к самим стратегиям, я бы хотел озвучить, на что стоит настроиться в компании RedX. Прежде всего, сам проект RedX – это долгосрочный проект. Поэтому не нужно забегать на короткие дистанции. Нужно понимать, что это марафон. И что ваша цель – именно закрытие там, 5, 6 или 7 площадки – может быть в течение года, двух лет или трех лет. Второе. Нужно понимать, что когда мы мега замотивированы, когда мы только узнали о проекте, нам хочется сразу перейти к делу, сразу начать рассказывать об этом бизнесе кому-то еще. И что у нас происходит? Мы получаем отказы, прежде всего, потому что мы сами не разобрались в компании RedX, да, не знаем маркетинг-планы, не знаем, как нужно правильно выстраивать этот бизнес. И натыкаемся на некую такую эмоциональную яму. Она есть абсолютно у каждого. То есть, когда мы только начали работу, получаем 5, 6, 7 отказов, и мы думаем, что, ну, наверное, все, на этом мы и сдулись. Нужно знать, что это случится, и к этому быть готовым. Ничего страшного. У каждого бывает, и у меня в том числе. Поэтому нужно что сделать? Нужно знать маркетинг-план компании, нужно знать стратегии, и нужно понимать, зачем вы пришли в эту компанию, что вы хотите здесь заработать и каких денег. И вот только тогда у вас будет успех. Ну что, перейдем непосредственно к самим стратегиям. В RedX я использую, как правило, 2-3 стратегии, которые именно показали себя уже с лучшей стороны, и что действительно эти стратегии приносят прибыль. Некоторые предлагают заходить сразу на первую площадку треугольником, либо по одному аккаунту просто попробовать. Это заведомо проигрышная стратегия, потому что на первой площадке те, кто пробует, и когда у них ничего не получается, а у них не получается как раз потому, что если вы разобрали маркетинг-план, то вы поймете, на первой площадке у нас есть 5 уровней. 5 уровней – это 62 человека в системе, чтобы получить прибыль в 4500 рублей. Ну, примерно так. И из этих денег половина стоимости уйдет на приобретение второй площадки. Вот представьте, у вас в систему заходит человек, который решил просто попробовать, зарегистрировал один аккаунт. Он вам встал в первую линию. Второе место вы отдали активному человеку. И вот у вас висит один халявщик, который ничего не делает, который думает, так, я сейчас попробую, может быть, какие-то будут переливы, и бросает свой аккаунт, потому что для него там 150-180 рублей – это не ценность, он просто попробовал и бросил. И вот вам самим уже придется за него достраивать структуру, чтобы вам заработать там 4500 рублей. Согласитесь, перелопатить 62 человека – это достаточно сложно. Стратегия номер один – золотой треугольник, когда мы регистрируем 3 аккаунта и доводим их до второй площадки сразу же. Схематично я здесь нарисовал, то есть это мы по основной реферальной ссылке зарегистрировали еще 2 своих же аккаунтов. Сейчас очень много бывает вопросов, когда люди регистрируются и говорят, а где моя реферальная ссылка? Реферальная ссылка появляется только тогда, когда вы заведете вот на этот аккаунт биткоины и войдете хотя бы в первую площадку. Тогда у вас появляется реферальная ссылка, и вы можете подключить свои 2 вот этих аккаунта. Еще раз напомню, что обязательно всем своим людям давайте ссылку только вот своего основного аккаунта. Система сама равномерно заполнит их и в глубину, и горизонтально. Что нужно? Сколько нужно биткоинов для того, чтобы активировать золотой треугольник до второй площадки? На первой площадке это у нас 0,015 биткоина, стоимость 3 аккаунтов. Вторая площадка это 0,192 биткоина. Суммарно это 0,207 биткоина, и в рублях по текущему курсу это примерно 6600. Не такая большая цифра, чтобы именно начать бизнес, а тем более дальше вы увидите, какие суммы вас ждут. Когда мы зарегистрировались и вошли до второй площадки, у нас появляется наша первая линия, это 4 человека. Запомните, давайте начнем сразу работать только со второй площадки. Давайте посмотрим, как выглядит. Это вы, да, у вас есть 2 аккаунта, это ваш первый уровень будет в системе. Дальше вы подключили 4 человек, и они занимают сразу еще 2 уровня в вашей системе. Получается второй и третий уровень. И когда уже ваша команда из 4 человек также подключили себе в команду по 4 человека, у вас закрывается 4 уровень и 5. Если мы вспомним маркетинг-план компании, то для второй площадки условие закрытия площадки является 4 уровень. Так вот, когда у нас эта система срабатывает, мы закрываем сразу и этот аккаунт, и эти 2 аккаунта. То есть мы сразу автоматом получим прибыль со своих 3 аккаунтов. Но когда вы работаете сразу со второй площадки, именно таким способом, не звав халявщиков в свою систему,
у вас автоматически еще закроется первая площадка для вот этого аккаунта. Потому что на первой площадке у нас задача закрыть 5 уровней. Какие же суммы нас ждут после закрытия второй площадки тремя аккаунтами? Выплата со второй площадки составляет 0,96 биткоина. Так как у нас три аккаунта, вы только что видели, как у вас закрыла система. У вас появилось 5 уровней, и ваши все три аккаунта получат выплату. Умножаем на 3. Не забываем, что мы еще 0,155 биткоина получаем с первой площадки. Потому что у вас есть 5 уровней, и условие для одного аккаунта с первой площадки также выполнено. Суммарно это выходит 3,035 биткоина, выплата по второй площадке тремя аккаунтам и одним аккаунтом по первой площадке. Что нужно дальше сделать? Нам нужно эти все три аккаунта перевести на третью площадку. Третья площадка будет нам стоить для трех аккаунтов примерно полтора, не примерно, а точно полтора биткоина. Давайте посчитаем, какая у нас останется чистая прибыль после перехода на третью площадку. Считаем 3,035 биткоина, вычитаем вход на третью площадку 1,5 биткоина, и у нас остается 1,535 биткоина. В рублях по текущему курсу это примерно 50 тысяч рублей. Вход был 6600. Получили 50 чистыми, и мы уже тремя аккаунтами на третьей площадке. Двигаемся дальше. Вы перешли на третью площадку. Вы активировали свои три аккаунта. Вот они. Ваш первый основной аккаунт и два второстепенных аккаунта. За вами перешли 4 человека со второй площадки в третью, вашу первую линию, да? Также треугольником. Да, вот они перешли. У вас срабатывает выплата по основному аккаунту. Да, так как у нас всего лишь 3 уровня на третьей площадке. И зарабатывайте 3,5 биткоина. Но не торопитесь. Вам нужно дождаться, когда у ваших людей из первой линии также перейдут люди на третью площадку. Хотя бы один уровень. Если один уровень здесь у вас заполнится, четвертый, то опять ваши 3 аккаунта получают выплату. Давайте посчитаем, сколько это в деньгах. 3,5 биткоина приносит один аккаунт, умножаем на 3, получаем 10,5 биткоина. Для того, чтобы перейти на четвертую площадку, таким же золотым треугольником, нам необходимо 10,5 биткоинов. Вычитаем нашу формулу, 2,061 умножить на 3, и получаем, что 4,317 биткоинов у нас остаются чистыми после закрытия третьей площадки и перехода на четвертую. В деньгах по текущему курсу это примерно 140 тысяч рублей. 140 тысяч. Представляете? То есть мало того, что у вас после закрытия второй площадки на руках оставалось чистыми 50 тысяч рублей, после закрытия вы добавляете еще 140 тысяч рублей за третью площадку. А начинали мы 6600 рублей. Вот с этого мы начали. Как уже? Я думаю, что такая цифра все больше и больше становится доступной для того, чтобы использовать эту стратегию. Итак, мы на четвертой площадке. Мы перевели все свои три аккаунта на четвертую площадку. И теперь дожидаемся свою первую линию с третьей площадки, чтобы они перешли на четвертую. Смотрим. Дождались ребят. Ребята завели 4 человека все свои золотые треугольники на четвертую площадку. И по маркетинг-плану закрытие четвертой площадки это всего лишь 2 уровня или 6 человек. Получается, первые 2 аккаунта это вы сами. Второй уровень это основные аккаунты вашей первой линии. И когда они завели свои второстепенные аккаунты, у вас есть 3 уровня на четвертой площадке. Это значит, что ваш основной аккаунт закрыл четвертую площадку, и ваши 2 второстепенных аккаунта также закрыли четвертую площадку. Что мы получаем? 6,183 биткоина – это выплата с четвертой площадки. Умножаем на 3, так как у вас 3 аккаунта. И сразу вычтем стоимость перехода всех 3 аккаунтов на пятую площадку. Стоимость пятой площадки – это 4,326 биткоина. Также умножаем на 3, и у нас чистыми остается 5,571 биткоин. В рублях это примерно 180 тысяч рублей. То есть 6600 – это была наша первоначальная и всего лишь разовая инвестиция. Мы получили 50 тысяч со второй площадки, чистыми осталось. С третьей площадки 140 тысяч рублей. С четвертой площадки 180 тысяч рублей. И мы уже на пятой площадке. Всеми тремя аккаунтами. Напомню, что на пятой площадке, закрыв ее хотя бы одним аккаунтом, вы получите выплату в районе 4 миллионов рублей.
а начали 6600 рублей. Давайте подведем итог нашей стратегии. Стратегии, когда мы заходим до второй площадки тремя аккаунтами. За какое время это можно сделать? Вторую площадку мы можем закрыть примерно за 2-3-4 недели. Пускай это будет до 1 месяца. Вам нужно всего лишь 4 человека в вашу первую линию. Всего лишь 4. Обучить их, и чтобы дальше они могли также подписывать людей в этот бизнес. На это уходит 1 месяц. Дальше. Закрытие третьей площадки составляет примерно от 1 до 2 месяцев. Дело в том, что вам стоит подождать своих людей на второй площадке, чтобы они ее закрыли, и все вместе переходить один за другим на третью площадку. Закрытие четвертой площадки также составляет от 1 до 2 месяцев. И суммарно мы имеем 3-5 месяцев для закрытия до четвертой площадки и получения чистого дохода в 370 тысяч рублей. Покажется ли вам сумма в 6600, причем разово, такой большой, чтобы использовать эту стратегию и чтобы получить вот такую выплату? А теперь мы находимся на пятой площадке. Чтобы закрыть пятую площадку, вам нужно в системе 62 человека. А для этого вам потребуется 3 реинвеста на четвертой площадке. Примерно 3-4 реинвеста, и тогда ваши 62 человека из четвертой площадки перейдут уже в пятую. А это значит, что пока ваши люди переходят к вам на пятую площадку, вы еще минимум 3 раза получите чистыми по 170-200 тысяч рублей. То есть это примерно 600 тысяч. И когда вы закроете пятую площадку по итогам, пускай будет год, вас ждет примерно цифра в 5 миллионов рублей. Закрытие пятой, получение 3 реинвестов на четвертой. И плюс я эту сумму еще не считал. Сверху бонусом. Я думаю, что неплохая стратегия.